все в духовном состоит из всех понятий, поэтому в каждом из нас есть свойство праведника и свойство грешника. И мы должны пытаться все наши свойства провести на путь праведника, то есть чтобы они были прямы относительно Творца, относительно цели исправления. И те наши свойства, которые участвуют в этом, они будут называться прямыми, праведниками, а те, которые мы не способны пока еще исправить сейчас, они упадут на этих, во время этих проверок и будут называться грешниками. Итак, мы отсортируем все, что есть в нас, все наши свойства отсортируем и поймем, что, кто из них праведники, а кто грешники. Итак, мы, когда нам с самого начала непонятно, откуда мы, но благодаря тому, что Творец ставит перед нами всевозможные условия, экзамены, мы можем отсортировать наши свойства и поделить их тогда на праведников и грешников. И так мы все больше и больше исправляем себя, пока не придем к полному исправлению.